Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Спасибо вам за ваш труд. Пожалуйста. Как выйти из состояния ступора и понять, в каком направлении двигаться в плане профессионального развития? Благодарю. Вот давайте так. Ступор – это когда есть то, что вы умеете, там, нравится вам, не нравится, ну вот просто, да, вот я умею писать ручкой, вот мы все с вами умеем писать, да, по-русски, ну вот, 100 из 100, так или иначе. А вот есть люди, 20%, которые той же ручкой умеют писать допом по-английски. Так вот, у меня ступор будет, когда я заявлю позицию, что я, мне нужно написать по-английски. Насколько я на это время не потрачу? Ну, конечно, там при помощи там, каких-то приспособ, я там и так, и сяк, что-то соображу. Но написать по-русски мне проще. Так вот, ступор – это когда вы что-то выбираете и думаете, что это уже ваше. Нет, вы усилия, которые вам придется затратить, они будут адекватны тому результату, куда вы хотите попасть. Незнание – это неумение. Так вы отталкиваетесь от того, что если вы умеете писать, значит, к этому писать нужно, я не знаю, положить копирайтерство, положить там какие-то дополнительные, я не знаю, там философские какие-то высказывания, ну что-то такое там, что писать-то будете? Сценарий написать, сказку написать, статью написать. Это все писать. Так вот, в голову нужно вкладывать плюсом к тому, что вы умеете, на основании того, чем вы уже владеете. Я надеюсь, я объяснила.